Всем добрый день, с вами, как всегда, я дядя Федор из Германии, и сегодня у нас вторник, 19 сентября, мы приехали в субботу, и был еще теплый день, в воскресенье было тепло, а в понедельник пошел дождь, и сегодня тоже у нас ночью прошел дождик, сейчас мокро все, везде лужи. И как то получается, как всегда, на огороде много работы, а мы опять гуляем, отдыхаем. Все мокро там. Ну ничего, какие наши годы, мы все успеем сделать. К зиме. Зима еще далеко. Еще у нас осень. Может быть, еще и тепло будет бабье лето. Все сделаем, все перекопаем, все уберем. А сейчас нам природа дает отдыхать. Время отдыха, так сказать. Уже скоро, вон, листья уже начинают желтеть. Скоро будет золотая осень, все будет красиво, желто, красно, багряно. А ты куда направляешься? Я не понял, в какую сторону мы идем. Я вообще-то сюда не хотел идти. Выбирает маршрут, конечно, не я, а Цезарь. Вот такие тучки там на горах висят, туман. Солнце кое-где пробивается уже. Опять потепление. Вообще-то по прогнозу должно быть солнце, солнечный день. Спортивные снаряды стоят. Сейчас никого нету, все дети в школе. Тут столько мусора, веток валяется в воде. Вон рыбки плавают, утки спят, видать, они не голодные, а то обычно они кто-нибудь появляется здесь на мосту, они сразу бегут, подплывают. Такие красивые яблоки падают, а? Вон какое красивое яблочко. Упала. Даже ни одной червоточинки нету. А чё они падают, я не знаю. Такие вот красивые. Аж жалко становится. Вон, на дереве какие красивые висят. Пойдем, Цезарь. Пойдем. Чё, будешь сидеть охранять яблоки? А? Трава мокрая. Ноги промочим. Наверное, после обеда уже будет лучше. Может быть, и сходим на огород, что-нибудь сделаем. После отпуска и дома полно работы. Жена уже сколько дней перестирывает все, которое с собой брали. Все полотенца. Все, надо перестирать, надо убрать. У нас водопад, воды мало совсем. У нас в Гайслинге не везде проводят работы, везде копают.
проводит кабель, стекловолокно. Быстрый интернет. И, видать, на дороге машины припарковали, работники вызвали полицая, чтобы машину убрать. И, видать, владельцу будет неприятности. Или машину эвакуируют, или штрафы повесят. Потому что заранее предупреждают, что на этой улице нельзя парковаться, будут производить работы. И у нас перед домом тоже копают. Но здесь они кабель проводят, здесь расширяют подъезд к дому, потому что к подъезду было подъехать практически невозможно. Сейчас они расширяют все эти дорожки от подъезда вокруг дома, короче, чтобы можно было прямо к подъезду подъехать на машине. Друзья, мы подошли к дому. Погода разгулялась, солнышко появилось, и мы поехали на огород. Вот такая вот природа. Киски уже кушают, да? Киса, ну-ка, покажись. Какая киса? Киса, киса, ай. Ты давай, кушай. Горчица моя уже вон как выросла, можно уже перекапывать ее. Сейчас я буду убирать эти томаты, эти кусты все засохшие, эти веревки для фасоли все убирать буду. Короче, начнем уборкой заниматься. Переработал этот участок, перекопал его. Сейчас его также этой горчицей засажу. Вот такая вот у меня горчица. Желтая горчица называется. Сейчас посею его. Сила сюда. Куда? На этот участок. Засеял все. Будем ждать, пока вырастет. Еще время у нас есть. Так Ирма говорит, еще бабье лето. Да.
может быть, или деда лето. Что у нас здесь в теплице? Ой, надо убирать урожай сухих веток. Огурцы все отцвели, все отработали свое. Томаты тоже уже начинают. Убирать надо ветки все сухие, подрезать, может быть, чтобы остальные томаты дозревали. Да, конечно. Ой-ой-ой, с чего начать? С чего-нибудь начнем. Вот так я почистил теплицу. Огурчики, две веточки остались. Тут еще маленькие огурчики такие длинненькие висят. Не знаю, останутся еще что-нибудь. Будет? Будет? Нет? Нет. Ну, на всякий случай я их оставил. И томаты вот у меня еще висят. Вот такие длинненькие, желтенькие. Короче, еще разные. Вот такие вот. Бычье сердце, такие, короче, еще разных сортов понемножку остались. Я их все ветки лишние убрал, чтобы воздуха им хватило, чтобы они созреть успели. Да. Вот это перекопал эту грядку сегодня, посеял горчицу еще понемножку. Поработали, пора на боковую. Так что на этом я заканчиваю этот ролик. Может, он кому-то покажется длинным, не знаю. Но какой есть. Всем большое спасибо. Всем желаю счастья, здоровья, больших успехов, продвижения каналов ваших и мира во всем мире. До свидания. Пока-пока. До следующего раза.